уехали по шоссе Академик Королёвой, такой дым стоит. Заехали за железку, было понятно, оказывается, здесь горит. Непонятно, они специально что ли жгут или что. Смотрите, что творится. Мама, я ветер сжигает. Тут что, он этот под станцией стоит, КТП-шка. В общем, сообщил службу 112. Блин, ну что-то, если это они сами поджигают все, ну, ребятки, это ненормально вообще. Посмотрите, что творится. Это все идет сейчас на шоссе Академик Королёв, там дымище стоит. Я думаю, многие водители сейчас все это заметили. И главное, никого нету из вот тех, кто работает здесь. Ой, блин, я прям в самую вонь окунулся. А, ну все понятно, вот она яма. Они здесь остатки сжигают. Здесь это не первый раз все происходит. Ну пусть с ним пожарные инспектора разбираются. Вот оно само здание. СТО. Вот эта башня. Труба. Я так понимаю, они сами тут все это жгут. 21-й пожарка приехал. Все парни прям быстро потушили.